Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Здорбаба. Мы продолжаем проходить игру Unreal Heroes. Ну что же, у нас с вами очередной уровень. Очередь. Давайте смотреть, что он себя представляет. Так что начинаем. Не забывайте, ребят, ставить свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых серий. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Очередь. Интересно, что она будет себя представлять, эта очередь. Ой, как круто. Приземлились хорошо. Тихо. Собаки, блин. Фух, сколько сожрать здоровья, да? Тихо! Монетку не собрал. Отлично. Кто? Кто там стреляет? Собака. Не люблю вот эту вот летающую бабку. Бабка летающая, иди сюда. Наконец-то. Отлично, монетки собрали. Фух, да ладно, повезло. Да ладно. Нифига себе, вот это вот зоопарк, блин. Ё-моё. Да, вот тут посложнее будет, конечно. Тут еще и монетки смотришь, собираешь, блин. Где-то надо просто этим. Ну почему? Вот почему? Где у нас мартышка? Свин, давай покажи класс. Покажи, как надо. У тебя вообще классно получается перепрыгать всякие препятствия. Вперед. Тихо. Где? Отлично, забрали своего. Все, хорошо, дошли до фонарика, это уже радует. И чего? Да ладно, сейчас будем летать. Опять всякий сброд. Что ж, полагаю, все в порядке. Просто возьмите летающий фонарь у меня за спиной. Вас скоро примут, и поверьте, вы не хотите заставить их ждать. Не могу поверить, что этим чурбанам позволили встретиться с владыками. Куда подевали стандарты? Я уж слишком стар для этого. Блин, там... А могу я здесь полетать? Не могу? А, так он ненадолго. Я упустил монетку. Это мне не радует. А, это я направляю его. Отлично. Ну, если не собирать монетки, то это, в принципе, легко. Если монетки собирать, то это пипец как нелегко. Оу, долетели. Но я монетку не собрал. Ау, 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 больно. Собирать, не собирать монетки.
где-то тут, по-моему, да, не забыл? Все. Отлично. Ждем. Где обезьяна-то? Почему нельзя собирать душой, блин? Душой было бы классно собирать. Это получается монетки я должен сам собирать. Чёртовы. Вот эти мелких я терпеть не могу. Во, бабка, блин, бабка, бабка. Отлично. Здрасте. Отлично. Мы сейчас тут все сдохнем. Я вас поздравляю с этим. Да, господи, забери ты хоть кого-нибудь, блин. Во. Какой же у тебя беспонтовый. Стрельба беспонтовая. Можно другого поставить, блин? Этот меня бесит. Во. Это реально вот неудобный персонаж последний, который стрелять надо, блин, им. Да все, опускайся ты уже. Фух, есть фонарик. Все живы-здоровы, это уже радует. Подожди. Тут явно будет на время, да? Здесь лучше лазером. Здесь лучше лазером. What the fuck? Фу-фу-фу-фу, ясно. Если бы не сбор монеток, да? Ой, ё-моё. Черт. Черт, 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 черт. Ну. Давай, 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 выше. Блин, ну тут как тут сделать, а? Тут прям ювелирная работа точности нужна. Пипец. Ну как, бляха-муха. Он не достает лазером, если снизу стрелять, блин. Чуть ниже опускаешься, все, ты сдох. Да неужели, аллилуйя. Не-не-не, давай сначала сюда. Опа, долетели, все. Фух, хорошо, еще раз потом сейчас сделаем. Сейчас монеты соберем. Восполнились. Ой, ё-моё. Пипец, тут надо ювелирно работать. Давай. Фух, есть. Так, здрасте. И как здесь быть? Все оказалось гораздо легче, чем я думал. Я думал, он там на время. Ой-ой-ой-ой, монетки. Есть.
Фух, так, смотри, там, получается, есть монетка, но я не смогу, наверное, ее забрать. Где-то здесь был... Нет, нет! Черт возьми! Почти получилось. Не, ну, по крайней мере, я знаю, что там есть монетка, и я сейчас спокойно прямиком туда долетаю, собираю ее, и все. Вот к чему приводит сбор монеток. К постоянным смертям. Давай, Макакыч. Отлично. Наверх. Отлично. Сбор монеток приводит только реально к смертям. То есть, если бы я собирал эти монетки душой, было бы намного проще. Но я душой собрать эти монетки не могу. Сейчас, конечно, тупо полечу по прямой, да и все, и париться не буду даже. Потому что я уже собрал монетки. Ух ты. Угу. Ясно, понятно. Ямба. Да ё-моё. Опять какие-то ювелирные работы нужны. Выше. Я не успею. А нет, успел. Нет, не успел. Я не успел. Я не успел. Тихо. Тихо, я должен успеть. Так, там монетка. Там монетка. Монетка, в принципе, и там-то есть. Что это было? Непонятно вообще. Можно было что-то сделать. В итоге прошли мы с вами на серебро этот уровень. 87 монеток собрали, 13 нет, плюс еще свитка у нас с вами нет. 14 смертей, да, многовато. Ну что ж, на сегодня все. Продолжим с вами в следующей серии, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.